Приветствую традиционно всех, кто сейчас смотрит, кто в записи будет смотреть и кто на информационно-аналитическом портале ava.md. Сегодня хочу коснуться одной темы, она обозначена в анонсе. Звучит она так: пропагандисты Дадона возмущены редакционной политикой РТР Молдова. Ну, вы знаете, РТР Молдова — это канал, который транслирует российский контент, ну и молдавский контент там есть. Этот канал достаточно популярный, он вышел на первое место, его действительно смотрят. И смотрят, ну, безусловно, больше российский контент, но интересны некоторые молдавские передачи, особенно когда приглашает молдавских политиков Анатолий Воля. И вот первый случай произошел, некоторых молдавских политиков стали запрещать показывать на этом телеканале. И насколько стало ясно, даже из окружения Дадона просочилась эта информация, что это Игорь Николаевич пробил в Москве, что там не пускали бы на этот телеканал тех политиков, которые лично для Дадона нежелательны. Это при том надо отметить, что канал достаточно лояльный к Дадону, но Анатолий Голя хочет проводить такую как бы равноудаленную политику, он хочет всем представлять площадку, чтобы они могли высказаться, и причем каждого, в том числе и самого Дадона, очень жестко опрашивает, и не всем там, особенно Дадону, уютно там, который привык, когда его облизывают на своих телеканалах, у него их очень много. Но это был как бы первый такой сигнальчик, и я уже как-то, честно говоря, забыл об этом. Ну, не пускают, так не пускают. А сейчас нашел информацию, она распространяется пропагандистами Дадона, которые возмущены тем, что Майя Санду во время президентских выборов, и, наверное, планируется сейчас ПАС, размещала рекламу на этом телеканале. Вот подумайте, они возмущены, что кому-то позволили на этом телеканале разместить рекламу. Причем подчеркивается в этой информации, что это же телеканал с контрольным пакетом акций России. Как посмели они размещать рекламу другой партии, а не только партии Дадона? И вы знаете, это очень тревожный такой сигнальчик. Это говорит о том, что кто-то тут в Молдове пытается, чтобы все российские телеканалы, которые транслируют на Молдову, работали только на одного человека. Ну, вы догадываетесь, на кого. И на самом деле сложилась очень интересная ситуация. Я честно признаюсь, я не очень как бы анализирую все эти телеканалы, поэтому немножко так по-простому скажу. Вот то, что я наблюдал, может быть, у вас более глубокие познания, но практически все телеканалы с российским контентом, вот исключение некоторое составлял РТР, вот на него сейчас давят, они обслуживали интересы Дадона. Это первый в Молдове Примул, это НТВ в Молдове, это РЕН-ТВ в Молдове. Только Дадон, Дадон, Дадон. Только пропагандисты Дадона и эксперты, сочувствующие или работающие на Дадона. И знаете, это очень любопытная ситуация. Дадонисты кричат, вот Запад вмешивается в политику в Молдове. Но на самом деле громадное информационное давление на Молдову оказывает Россия через свои телеканалы. Я не говорю о том контенте, который вырабатывается в Москве. Там тоже мы отслеживаем такую продадоновскую тенденцию. И это тоже влияет на многих. Но те, которые зарегистрированы в Молдове, где являются как бы учредителями и молдавская сторона, где-то больше имеет процент, где-то меньше процент. Ну, Примул 51% Игорь Чайка имеет. Пресловутый Игорь Чайка, который, я думаю, еще когда уйдет одна эпоха, о нем будут очень много говорить и расследовать в России. И представляете, эти каналы
оказывают действительно давление. Они, ну, контролируют большинство информационного пространства Молдовы. Добавим еще аргументы и факты, «Комсомольская правда». И это очень тревожно, понимаете? Надо что-то с этим делать. Я противник того пути, по которому пошла Россия, где они ограничили иностранное влияние. Я не помню, там снизили не больше 20% иностранные компании могут иметь в российских разных СМИ. Ну, я не говорю о том, что там все основные это государственные. У нас этого нет и, наверное, не нужно этого делать. Но надо, чтобы на молдавской земле, ну, все же существовал политический плюрализм, чтобы эти каналы не работали на одних политиков. Ну да, сегодня Дадон, завтра будет другой вместо Дадона, но как бы понятно, на кого они будут работать, на тех, кто подконтрольный Кремлю. И это очень тревожная ситуация, и я думаю, те, кто занимается этой проблематикой, они должны подумать, что делать, чтобы действительно была реально политическая конкуренция, а не получали, особенно на выборах, преимущества те, которые связаны с Кремлем. Я повторяю, это очень серьезно, и я думаю, что надо задуматься над этой проблемой. На этом все. Благодарю за внимание. Желаю вам здоровья, берегите себя. Всего вам наилучшего.